О, нормально колодец. Ничего себе. Смотри, откуда вода эта поступает? It's natural. Это натурально. Натуральная вода, да? And where the water is like from underground? The water is from all the water here, the rain water. It seeps down slowly in the soil and comes here. This well is dug into clay. Wow. So it's clay with stones. So the water passes between the stone and the clay. Comes in here and it's filtered already. Wow. But apart from that, and then the water, we put them in filter jugs and we drink. Super good, but very cold. Beautiful. Это питьевая вода получается, да? Говорит, она проходит через землю, получается, и потом здесь специально такой фильтр какой-то стоит между камнями. И он, получается, она фильтруется, то есть она чистая. Ну да, даже на вид она прозрачная. Ну, смотри, сколько ее много. Вообще, с огромной колодцем. Да. Пивосик, что такое? Мощникова, Мощникова. Ага. Я думал, там маленькая такая ямка была. Как обычно колодцы бывают, да, здесь вообще огромный внутри. Просто бездонный какой-то. Did you like it? The event? Okay. Понравилось, да? Ну да, естественно. Прикольная тема, детишек. Так что, друзья, пока выключаюсь, смотрите Анзор ТВ.